Євгене, тобі слово. Дякую тобі, Саша, усій команді за інформаційний випуск. Великий святковий марафон до Дня нашого міста триває на 7-му телеканалі. Нагадаю, ми розпочали о 7-й годині ранку і будемо працювати до 22-ї. Ви вже побачили багато цікавого контенту, але далі буде ще яскравіше. І основною родзинкою нашого великого марафону, я скажу, такого, певно, ще ніколи не було на жодному телевізійному майданчику Одеси. Нашими співведучими є відомі в Одесі люди і цієї інформаційної години. Моєю співведучою буде очільниця КП «Теплопостачання» міста Одеси Анна Познякова. Але я дуже хочу, аби на цю годину Анна забула, що вона є керівницею великого підприємства і спробувала себе в ролі ведучої. Я думаю, все вдасться. Дякую. Дякую, Євген, за таке представлення. Одесити, щиро вітаю вас з Днем міста. Вітаю тебе, Одесо. Я хочу, щоб наше місто було з кожним днем все краще і краще. У нас є все для того, щоб так і було надалі. Вітаю наших гостей. Так, у нас вже є перша гостя. Це Олена Зуєва, директорка туристичного агентства. Зовсім скоро до нас долучиться ще один гість. Олексій Рябоволик, це шоумен. Олексій вже готовий. Будь ласка, проходьте. Дякуємо, що встиг на наш ефір. Вітаємо. Вітаємо зі святом. Так, шановні режисери, чи готові ми зараз почути нашу кореспондентку? Отож, наша Тетяна Очеретнюк знаходиться на святі варення з дегустацією і млинцями. Це свято відбувається на Головківській 62. Ми готові чути подробиці. Таню, тобі слово. Сьогодні зараз ми знаходимося у дворі по вулиці Головківська, 62. Тутешні мешканці по-своєму відзначають 226-ту річницю від дня заснування Одеси. Вони зорганізували дегустацію з варення. До речі, от кожне варення мешканки варили самотужки. Тут є варення із дині, із цукіні, із кавуна, так само і традиційні, більш традиційні, персикові, смородинові. Зараз я спробую одне з них і спробую здогадатися, з чого воно. Це абрикос. І ще, до слова, так само нагу приготували смачні наїдки для того, аби все ж таки дегустувати це варення. Було більш зручно, більш комфортно. Тут і млинці, і домашня випічка, печиво, фрукти. І зараз матимемо можливість поспілкуватися з однією з тих жінок, котрі готували це свято, пані Галина. Зараз ми з оператором спробуємо зміститися. Пані Галино, ходіть трішки до нас ближче, і от ви є корінною одеситкою, так? Не корінною, ну, 17 років. 17 років живете в Одесі, так? І от поділіться, чи що ви сьогодні готували от спеціально до цього свята? Для цього свята готувала, готувала тертий пірог. Я вже, видите, тертий пиріг готували, так? А от за яке? Вішньове із персиком. Ага, вишнева та персикова. А от, до речі, якщо ми б говоритимо про такі традиційні ваші домашні рецепти, от що ваші домашні полюбляють найбільше і, можливо, щось таке традиційно одеське, те, чого не готують у інших українських регіонах? Ні, готовлять. Ну, все люблять. Голубці очень любит моя семья. Потом я делаю арбузы, очень хороший рецепт, закрученные. Огурцы с кетчупом, кабачки с кетчупом, помидоры. Тобто все те, що найсмачніше. А от рецепт саме того тертого пирога, котрий сьогодні приготували до столу до 226-го дня народження Одеси. Сказати рецепт? Ну, так, якийсь найголовніший інгредієнт. Це що? Інгредієнт потрібно вложити не маргарин, а масло. Масло, яйця, мука, варення, яке є. А потім натираєш з холодильника кусочок зверху через терку, і получається тертий пирог. Зрозуміло. Пані Галино, ми вам дуже дякуємо, так?
студії. Ну, ось так відзначають 226-й день народження Одеси на Головківській, 62. Євгене. Таню, дякую тобі, ти так все смачно розказала і показала. Є величезне прохання, привези, будь ласка, на канал декілька млинців. Ми також хочемо продегустувати, отож наша Тетяна. А ось режисер підказує, також хочуть їсти. Таню, вези якомога більше млинців. Спасибі тобі за включення. На Головківській 62 проходить дегустація з млинцями. Можете ще встигнути поїхати і смачно попоїсти. И у меня, Евгений, вопрос к нашим гостям. Сегодня в столь праздничный день хотелось бы от вас услышать ваше любимое место в городе, которое вас вдохновляет, которое заряжает энергией. Поделитесь. У меня это Приморский бульвар. Мне он нравится в любую погоду. Но больше всего вот, вдохновление я получаю, когда Приморский бульвар после дождя. Вот буквально первые полчаса, час после дождя, когда влажная плитка, когда мало людей, невероятный воздух, звуки. Вот это мое место силы в городе. Что касается меня, то тоже Приморский бульвар. Мне очень нравится осень. То есть все когда такое желтое, все красное. Тогда дождя больше. Очень красиво. И могу сказать, что, знаете, есть такое выражение, где бы ты ни пошел, ни поехал, везде ты берешь с собой себя. То есть важно, какое у тебя ощущение внутри. И мне хорошо везде. И в Аркадии, и на фонтане, да, и на даче. Поэтому, знаете, есть такое вот четверостишье буквально. Одесса, безусловно, колорит. И я его к себе применяю. Одесса, безусловно, колорит. Но для меня в ней главное не это. Она мой дом, она меня хранит. Она в моей душе включает лето. Больше нічого не скажеш. Так, це прекрасні слова. І знаєте, я хочу зараз заакцентувати увагу наших глядачів. Ми передусім дякуємо, що ви дивитесь нас з самого ранку. Ви телефонуєте, ви надсилаєте повідомлення на Viber, тому чекаємо вашої активності. І далі, що я скажу нашим гостям, пишуть навіть з Одеської області. Вітають не лише з Одеської області, з інших міст. І навіть з Лондона один чоловік написав, що дивиться зараз сьомий канал, наш марафон. Ми вам дуже дякуємо. Такі слова чесно надихають. Дякую. Якби ви не проживали в цьому місті, хоча це важко уявити, але все ж таки, якщо б ви побажали Одесі на День міста? Основне моє бажання місту Одеса – це не моя родина. Я приїхала в Одесу 22 роки назад, от зараз якраз в ці дні я праздную годовщину. Да? Основне, що я замітила в Одесі – це колорит. І я желаю Одесі сохраняти свій колорит. А це колорит людей, колорит удіви. Колорит. От я чітко определила різницю. Я приїхала в Одесу із Харкова. І, скажімо так, одеський юмор в Харкові не завжди розуміють. Тобто одесити улыбаються, одесити часто шутять. От між строк у нас дуже часто прослежується шутка. От в Харкові інакше. Поэтому хотя это и есть для меня. Я это... свой гумор, политичный. Политичный. А у нас бытовой. А у нас мы можем пошутить о погоде, мы можем пошутить о настроении. Да, у нас в Одессе куда очень часто не говорят и даже ругают. Надо говорить, где идешь. Да, это одесский юмор. Но не всегда он понятен другим областям. Так вот пусть мы будем колоритные. Я навіть, коли там відповідаю друзям, де ми їдемо? А вони, може, куди? Я кажу, ні, де? У мене зараз батьки вже кілька років в Одесі, і ми їх упорно переучуємо, що не можна говорити, куди, не можна закудикувати дорогу, потрібно говорити, де ми їдемо. Ми робимо успіхи. Мама вже стала говорити, де. Значить, становиться одеситкою. Да, знаєте, як на привозі мужик говорить... А ну, продавщица, а ну-ка, вот эти вот две рыбины, а ну-ка, вот так их перекиньте мне через прилавок, я поймаю, перекиньте. Говорит, а зачем? Давайте я вам в кулечек сложу аккуратненько. Нет, ты понимаете, я приду домой, жена спросит, где взял. Я скажу, поймал вот этими руками. То есть, конечно, Одесса это привоз, это вот, колорит, это люди, да, которые здесь вот, они не унывают, несмотря на никакие проблемы, то есть, и чувство юмора по поводу того, что вы говорите, да, я был в другом городе в Украине, и очень торопился, открыл окно, говорю, ребята, я вижу, вы местные аборигены, как проехать? Мы не аборигены. Понятно, хорошо, все, едем дальше, других спросим. То есть, в Одессе никто бы не отреагировал на, то есть, наоборот, аборигены, местные жители, коренные жители, да, то есть, люди так восприняли это, как, о, а в Одессе никакой проблемы нет.
Ну, чувствую. В Одессе всем хорошо, знаешь. Да, безусловно, в Одессе всем хорошо, и мы хотим, чтобы так было и дальше. А, ну, допустим, юмор есть везде, не только в нашем городе, в той или иной степени. А в чем для вас именно изюминка нашего города? Вот что именно отличает Одессу от всех остальных? Я вот еще раз повторюсь. Улыбчивость людей. Вот улыбаются люди. Меня очень греет то, что можно по улице идти, и навстречу идет человек улыбающийся. Почему? Люди гостеприимные, да? И не из-за того, что закрыли в специальное учреждение, да? Да, просто потому, что мы идем по улице и улыбаемся. Может быть, мы идем и о чем-то думаем. Потом, вот опять же, возвращаемся к ситуации с современными реалиями, да? Карантин, все. У нас есть море. У нас все-таки была лазейка, куда выбраться, где дыхнуть свежего воздуха. Воздух свободы. Можно так называть. Морской воздух — это воздух свободы. Наверное, это навевает тоже улыбки. Я тут переб'єм, коли вмикали одеситів з пляжу під час усього карантину, вони кажуть, що пісок, море и повітря – це найкраща вакцина від коронавірусу. Ну, это действительно так. Это и для здоровья полезно. Ну, куда уж деваться от этого. Для здоровья это полезно. Но и это, тем не менее, ты вырываешься из замкнутого пространства. Ты видишь безграничную свободу. І це вселяє уверенність все-таки в будущее. Тим паче, кордони закриті. Де їхати українцям, як не в Одесу? Поэтому всем, кто смотрит из других городов, мы желаем, если вам вдруг стало нехорошо, приезжайте в Одессу на море. В любой непонятной ситуации. Если вам очень хорошо, приезжайте в Одессу на море. Знаете, как говорят, если вдруг вам надоело жить, приезжайте. Либо развеетесь над морем, либо развеетесь в Итаке, и настроение наладится. В любой непонятной ситуации езжайте в Одессу. Да. Ну и коль мы уже заговорили о море, о пляже, об отдыхающих, поделитесь тогда впечатлениями. Сезон 2020. Помешал карантин туристическому сезону или все-таки поспособствовал? Я думаю, еще Одесса заплатила карантину. Да, очень мнение спорное, но можно разделить город и область. Все же, мне кажется, это разная статистика и разные результаты. Все-таки по городу прибрежные отели хорошо провели сезон свой, а вот по области Затока, Каролина Бугас, Грибовка, Санжейка, там очень было все неоднородно, всплески были в пиковые даты, да, День Конституции, День Независимости, выходные, да, а в будние дни все-таки, ну, я, например, ожидала лучшего и большего, но тут уж никуда не денешься, потому что транспортные коллапсы, которые случаются, железная дорога с отсутствием билетов. Отсутствие постоянного дохода у граждан. Экономические вот эти все факторы, конечно, куда уж тут денешься. Давайте сегодня не будем про сумне. Да. До речи, давайте на Viber. На Viber. Ну, опять же. Написали, так розумію, фанаты Олексія, просят заспевать песню. Ничего себе. Так, я могу сказать, что перейдем к песне. Куплет про Одессу. Есть как раз у меня песня про Одессу, которая победила несколько лет назад в конкурсе «Пою о тебе, Одесса моя». Называется «Приморский бульвар». Вот. Ну, я прям не готов так, конечно, сразу. Но смысл в том, что... наверное, припев, да, кусочек? Так. «Я помню все, и мне не спится в душе моей один сюжет». Девчонка та, она мне снится. Бульвар ты помнишь или нет? Такой вот, аккуратненько. То есть про Приморский бульвар спустя 20-30, 40 лет. Це не під фонограму я відзначається. Да, наживо, да, щойно Олексій Рябоволик заспівав в нашій студії. Дякую. Спасибо, спасибо. Шановні глядачі, можете замовляти зараз репертуар Олексія Рябоволика, поки є така можливість. Дзвоніть. Стол заказав. Про Одесу співано-переспівано багато, так? А ваша найулюбленіша композиція? Мне нравится, пока вы думаете, давайте. Мне нравится «Ах, Одесса моя ненаглядная». То есть это для меня вот какой-то такой хит, хитович, если говорить именно из песен про Одессу. Есть, конечно, и «Одесса мама», и тому подобные, да, песни всевозможные, «Шаланды полные кефали», «Мясоедовская». Это все есть, но вот для меня вот «Ах, Одесса моя ненаглядная» — это вот что-то такое действительно родное. Особенно, когда ты находишься где-то за границей. Раньше так было, по крайней мере, можно. Вот. И потом возвращаешься, и как-то вот здесь так все аккуратненько, все по-домашнему, понимаете, вот по-домашнему. Из какого-то огромного города, мегаполиса, столицы какой-то большой возвращаешься, где 5 полос в одну сторону, 7 в другую, и ты приезжаешь, тут 2 полосы, и все как-то так душевно. Вот, кстати, да, по поводу столицы. Вот мой сын живет в Киеве уже несколько лет, и
Он приезжает домой сюда, в Одессу. Вернее, он приезжает в Одессу, он приезжает домой. Но он приезжает не только в нашу квартиру, он приезжает еще к своим друзьям, к своим улочкам, к своим местам. И я ему говорю: «Дай, ну почему в Киеве нет такого?» «В Киеве нет. Одесса уютная. Вот он приезжает сюда отдыхать душой». Вот вам, пожалуйста. Ну, знаете, я сам не одесит. Какие признаки я, Одессы? Я чоловік вже живу у Одесі, сам я з Кропивницького, це центральна частина. І коли я їду додому, мене вже тягне назад до Одеси. Значить, Одеса ваш дом. Уже. Одесса всегда была гостеприимна. Это тот город, который как раз насчитывает огромное количество национальностей. И основали в свое время Одессу именно иностранцы. Поэтому Одесса всегда отличалась таким гостеприимством, радушием. И мне кажется, это действительно то, что отличает ее. Кстати, на сейчас есть очень большой запрос. Даже вот, например, Кения, да, они дают запрос на посещение нашей страны, нашего конкретно города. Но вот обстоятельства сдерживают, к сожалению, некоторые принятые решения. Поток иностранцев в город, нам их очень не хватает, потому что, во-первых, это деньги, во-вторых, это известность, популярность, и чем больше людей увидят город, и, естественно, они влюбятся в этот город, потому что негативных отзывов мы получаем крайне мало от иностранных гостей, да, они, возвращаясь к себе домой, рассказывают и тиражируют эмоции. У нас все хорошо. У нас даже и те же разводилы, мошенники, они тоже они делают это издевательство. Деякі гості заради цього їдуть до Одеси, щоб побачити ось ці бандитські елементи. Есть такая экскурсия. Она, кстати, очень популярна. Бандитская Одесса. И зачастую предлагаем гостям культурную программу, культурную экскурсию по культурным местам, по историческим. Нет. В первую очередь запрашивается бандитская Одесса. И очень гости вот под впечатлением остаются, особенно если мы эту программу делаем с какими-то эффектами. Это все ж таки негативный шлейф, который еще будет тягнуться за Одессу? Чи, чи, ну, это уже, мне кажется, это уже пошла такая литературная слава. И историческая слава, это уже не негативно, это уже такая интрига. Но я вам скажу так, что вот у меня, например, на прошлой неделе ситуация была в Египте, имели случай, вот встреча, вот понятно, что пытаются обмануть. Я, боже мой, ну если вы пытаетесь обмануть, ну понятно, что все хотят заработать, ну сделайте это изящно, ну у нас же умеют сделать это изящно, с улыбкой. Ну ты не заметишь, ты останешься счастлив, и люди заработали, и в общем, все получили плюс. Ну почему же так топорно? Я с вами абсолютно погоджуюсь, иду на привоз, купувати, наприклад, кілограм яблок, потім йду на контрольні ваги, не вистачає 400-500 грамів. Ну я розумію, що на 100 грам, окей, ну на майже пів кілограма. Ну це вже ми пішли в грусть, печаль. Да, когда-то мой кум покупав клубнику там для чого-то і говорить: «Вам точний вес?» «Да, ну тогда на 10 гривен дороже». Але що багато гостей йдуть, мабуть, до привозу для того, аби їх обважили. Ну, безусловно, это своеобразный колорит. Это как раз, может быть, и есть одна из тех изюминок, о которой мы сегодня говорили. Ну и хочется задать, наверное, наш любимый провокационный вопрос. Давайте, который мы знаем ответы на все вопросы. Звучал в этой студии. А Одесса как туристическая Мекка. С кем может побороться за звание, за столь высокий титул? А по каким критериям? Да, вопрос такой. Нет, но это лично для вас. То есть, есть ли города в Украине, которые более притягивают туристов? Киев намагается от себя перейняти ось це місце перше. Ну вот опять же у нас одесситов, ты же сразу. В том числе архитектура и, конечно, вот это круассаны, львивская кава, да, у нас свое, у нас там фаршированная рыба, у нас свои какие-то угощения там одесские, то есть, ну, мне кажется, это не то, что соперничество, но просто, ну, вполне логично, что если вот большинство людей зарабатывают туризмом, то они стараются к себе всевозможными особенностями над кухни, архитектуры привлечь. Будем надеяться, что Одесса не будет отставать. Тут, скажем так, Львов все-таки устоявшийся круглогодичный город, да, экскурсионный, а у нас существует такая ярко выраженная сезонность. Мы, конечно, бы хотели бы уйти от этого, но тем не менее мы видим явно спад в осенне-зимний период. А Львов чего, чего, на ваш взгляд, не хватает нашему городу для того, чтобы именно развить эту всесезонность? Не хватает промо
акции по поводу нашего... Вот у нас четкая ассоциация. Одесса-море. У гостей из всей Украины Одесса-море. И вот Одесса без моря уже вызывает пониженный интерес. Угу. А Львов, он круглогодичен, и туда и зимой направляются, независимо от того, что там рядом и с чем можно сопрягать посещение Львова. Нам не хватает промо осенней и зимней Одессы. То есть нам нужно... А как донести? Нам нужно массово доносить по регионам, что мы можем предложить в осенне-зимний период. Расскажите. Но опять же, все запрягается финансово, да, абсолютно. Без каких-либо... Нам необходимо делать ролики, нам делать фестивали необходимо. Именно в этот осенне-зимний период, для того, чтобы к нам приезжали гости, видели наш город. Ведь у нас есть что показать. И осенью у нас программы, да, есть. У нас есть и зимние, у нас есть те же самые катакомбы, которые они будут работать. Ну, у нас много есть программ, которые в осень, независимо от сезона, да, не будем так, будут полноценно обслуживать и радовать гостей. Но нам нужно это показать. Значит, нам надо чем-то привлечь изначально. Чем нужно привлечь? Массовыми мероприятиями. Ну, это надо подождать немножко. Я думаю, що осінню ось Аня може влаштовувати екскурсії на теплопостачання міста Одеси. Це буде цікаво. Я думаю, це буде не дуже весело. Фонтани можна покупати. Тобто, другими словами, ми не вміємо себе подати? Ми не вміємо себе подати. У нас нет єдиної концепції. Ну, це ми зараз уйдемо в грусть. Печаль. Нет, мы не в грусть. Давайте мы живем. Значит, так, нам нужны элементы позитива. Чтобы нас побачила. Значит, влада. Давайте будем говорить о том, как хотелось бы, чтобы было, да, будем так. Хотелось бы, чтобы у нас была единая концепция развития внутреннего туризма Украины. И не только для иностранных гостей, но и наших граждан Украины, да, то есть чтобы на территории Украины у нас велась промо-компания интересных мест Украины. Это все дело киевской власти, да, государственной власти, локально нашей власти. Но должна быть концепция и программа развития. То есть не будем говорить, что ее нет, да, будем говорить, что хотелось бы, чтобы она была. И, может быть, наступят времена, когда дойдут руки и до этого, а они должны дойти. Но и, конечно же, очень важно понимание в каждой нашей голове, гостеприимной голове, что мы должны научиться предоставлять качественный сервис, качественные услуги. Цена должна соответствовать качеству, и тогда каждый гость, который останется удовлетворенным, он вернется к себе и будет тиражировать положительные эмоции о нашем городе. И таким образом за некоторое количество времени мы добьемся успеха. Стосовно цін, знаете, навіть кияни кажуть, ну таких цін немає навіть у столиці. Ну я бы поспорила. Но я вам скажу, что кто не может позволить себе Одессу, тот летит отдыхать за границу. К сожалению, местами есть и такое. Недавно был в Затоке, там то же самое написано. Кого не выстачило грошей на Затоку, поехало. Это когда очень-очень богатого человека спросили, каково это отдыхать на самом дорогом курорте в мире? Он говорит, я не знаю, я не был в Затоке. Вот. То есть вы против, да, все-таки двойных меню, я так понимаю? Хотелось бы... Я всегда предпочитаю честность. Вот у меня просто тренд по жизни. Мне нравится говорить правду. Но и вам люди после этого доверяют. Они уже говорят другим о том, что... Это очень-очень важно. Это цепочка, это как снежинка, снежный ком, да? Ну, всегда надо помнить. Вот я всегда держу в голове такой тезис. Человек как минимум с пятью поделится своими впечатлениями. Сарафанное радио. Сарафанное радио. И если он поделится положительными впечатлениями, это будет один результат. Если он поделится негативными, а негативными он поделится с большим количеством людей, это проверено, да. То негативные эмоции распространяются быстрее и шире. И, ну вот, к сожалению, очень часто объекты размещения забывают о том, что очень важен последствия. И после того, как гость уедет, очень це важно, что он скажет. Если не хочет работать с перспективой на много лет, а если там завдание сделать за несколько лет, то, конечно, никакой репутации не будет от того. Но есть уже объекты, которые помнят о будущем, и мировой опыт, и сравнение уже можно с кем-то проводить, аналогии. Слава Богу. Если бы каждый одессит, вот каждый одессит хотел бы вот хоть немножко, да, вот сделал бы для своего города что-то положительное, неважно, написал песню, там, посадил дерево, ну вот каждый по чуть-чуть. Я думаю, что, ну, наш город через несколько лет бы просто вообще был бы... Я думаю, мы бы и в стране в другой жили. Нет, не согласен, знаете, то есть вот это мелочи, то есть сделать, не знаю,
свет в подъезде, если это старый фон, да, то есть не обязательно ждать помощи ЖЭКа для того, чтобы сделать там, где ты живешь, культурно, красиво, чисто, ну и, конечно, контролировать тех, кто свинячит, не давать им этого делать, иначе как, да, то есть если вы одесситы, ну любите свой город, не гадьте там, где вы живете. А у нас одесситы дуже часто списуються на туристів. Да, да. Это все туристы накидали. Ну, я не знаю, в жилых районах очень действительно обидно, когда что-то сделали усилием ЖЭКа, усилием жильцов, и кто-то ночью это все портит, это ужасно, просто это больно вот до слез. Вот. Особенно ужасно, когда ты высаживаешь цветы, а потом утром выходишь, остались ямки. Это так, прямо вот, ну куда они нужны в многоквартирных домах, зачем их выкапывать? Но ведь гости, жители высаживают цветы. Для чего? Для того, чтобы потом они расцвели, и Одесса превратилась в цветущий город, красивый. Все-таки, когда ты идешь домой, у тебя радуется глаз от того, что чисто, от того, что цветут красивые цветы, цветут красивые деревья. Ну, с чистотой нам, конечно, еще рано конкурировать с Харьковом. Рановато. Но мы работаем над этим вопросом. Ну, там тоже всегда, вернее, Это последние годы, наверное, лет 10, как вычистили. Действительно, и там и машины, которые убирают дороги, и мусорных баков появилось очень много, но это было не все время. Это появилось вот в последний период времени. Ну, провели работу. И, кстати, харьковчане очень-очень ценят то, что чисто в городе стало. И прям вот при всем при том, вот мэр сделал чисто. Это оценивается. До речі, буквально тиждень тому у Харкова був також День міста, 23 серпня. Так, якщо не помиляюся, я також люблю Харків, частенько буваю. Респект усім харків'янам, якщо нас ви дивитесь. Але сьогодні і завтра, і впродовж цього року запрошуємо до Одеси. У нас не лише море. Я думаю, нам є чим показуватися. Я люблю ходити до моря там взимку. Я думаю, що багато одеситів також ходять саме зимою. А коли приїздять ці гості, звичайно, вони хочуть погуляти традиційним туристичним маршрутом. А що б ви порадили такого, ну, що мало хто знає? Остання екскурсія у нас була в маї місяці. Мы решили всей семьей нашей выбраться на вот такая экскурсия для гостей Одессы по историческому центру. Вот 22 года я живу в Одессе, мой супруг больше лет живет в Одессе. Дети одесситы. Мы пошли на такую экскурсию. Вы знаете, мы на каждом шагу видели новые места для нас. То есть, когда ты идешь на экскурсию с экскурсоводом, с профессиональным, вот меня больше всего впечатлило Польский переулок, получается. Вот потом заходишь в два двор, спускаешься и выходишь на Польскую улицу. Правильно? Улица, которая идет к порту вниз. Так. Польская, да? Вниз. Польский спуск. Польский спуск, вот. И потом по лестнице вверх. Ну, я говорю, ну это просто лабиринты. Ну как это вообще возле возможно? Порта? Вы имеете в виду возле порта где? Ну, выходишь, получается, возле лестницы, о которой история про пирожки. Угу. Про морячков. Ну, каким образом? Ты вверху зашел во двор? Здесь, как на Ланжеронівську, так, улицу йде? Нет, польского. Нет. Так, может. Это получается улица Дерибасовская, да? Вот вниз, да? Вниз, потом переулок, заходим во двор. А, вы, наверное, Евгений не были. Я вам больше в таких дворах не была. Все. Я думаю, будущем заняться. Ну, после этого эфира мы пойдем на экскурсию. Это потрясающее место. Но сначала дождемся блинов. И вот так вот ты выходишь, вот так в одном дворе. Каким образом это получается? Я когда повела потом свою маму, взяла за руку, говорю, я тебе сейчас покажу, как можно пол Одессы пройти одним двором. Мы раз-раз-раз, и мы вышли, получается, уже вот просто в другом месте. Потом по лестнице опять поднимаешься и возвращаешься в центр. Ну, так, это треба, как это возможно? Треба побачити це місце, а то зараз Одеси, то есть одесские почують, дворики – это супер колорит вообще, просто… Я пропоную взяти млинці, поїхати. Все, поддерживаю. Это ваша лучшая идея. Смотрите, я могу сказать, что вот я, допустим, общаюсь с многими эмигрантами, которые уехали, да, из Одессы, и многие там вот скучают, они как-то вот вспоминают. Я когда-то даже организовывал, человек в 30 лет уехал из Одессы, и здесь в Лондонской отпраздновал, и потом 70 лет опять праздновал в Лондонской. Ну и там попросил меня, помогал все организационные вопросы организовывать. То есть 40 лет не был в Одессе, приехал сюда отпраздновать свой вот, ну, возможно, ключевой юбилей, кто знает.
тоже вот так, знаете, можно любить. Не обязательно даже находиться здесь все время, но вот любить, спрашивать, как там дела, как там, что там, как изменилось, как... Все ж таки, Олена розповіла, яке місце для себе відкрила. Ви у листі... Я асоціативно сразу же вспоминаю какие-то другие вещи, которые тоже... Ну, я люблю Одессу целиком. Я учился в школе Столярского, да. Я сейчас живу на Дерибасовской. То есть я вижу, как... Для меня очень позитивно то, что я могу в 4 утра, в 5 утра выйти и спокойно пройтись по Дерибасовской. Все спокойно, все тихо, никто... Все мирно, все светло. То есть для меня очень важно комфорт в любое время суток. Понимаете, вот... А прям какое-то особенное место, так нет. Мне везде хорошо. Я вам сейчас еще скажу. А, ну. Место, которое меня впечатлило. И я вот тоже не могла понять, как я могу рядом ходить и не видеть его. Памятник апельсину. Так. Вот для меня это тоже было открытие, там целая история, но такое место красивое. Это на бульваре Жванецкого, да, так? Да, да, тоже такое. Ну, многие одесситы, оказывается, мимо пробегая, не обращали внимания. Оказывается, это такое красивое. На самом деле, центр города, он красив, он колоритен. Мне очень хочется, чтобы его не трогали, чтобы он не портился, чтобы он оставался вот таким же самобытным, таким же красивым, живописно, чтобы он не урбанизировался вот до безобразия, как некоторые другие места, чтобы он не застраивался какими-то небоскребами. Пусть он остается таким, как он есть. Вот историческая часть города должна оставаться исторической частью города, без какого-либо дополнительного вмешательства. Але для цього треба відразу спочатку реконструювати історичну частину міста. Поддерживать ее нужно. Поддерживать. Но поддерживать это не значит, что из 5 этажей надо сделать 15. А достаточно привести в порядок фасады, привести в порядок внутреннее содержание, балкон. Да, это все, это должно быть кардинальное вмешательство, и порча фасада должно наказываться. Ведь вот много европейских примеров городов, когда даже реклама запрещена, которая диссонирует с общими канонами. Вот я вспоминаю, у меня самый яркий пример — это город Чешский, Чешский Крумлов. Там нет никаких... Там даже реклама Макдональдса, она вписана в общую концепцию города, и, в общем, это выглядит очень... Как будто ты попадаешь в средние века. В Одессе, кстати, не один раз возвращались к правилам благоустройства, к правилам, именно которые действуют в историческом ареале, к фасадам. И всегда, ну, не всегда, но зачастую это вызывает именно сопротивление непосредственно тех людей, которые живут в домах, которые являются памятниками архитектуры. Поэтому, конечно, любить Одессу можно по-разному, но мне бы хотелось все-таки пожелать нашему городу, чтобы его любили не только на словах, но ежедневно доказывали это своими поступками. Ну, это очень важно, и не только относительно одежды, да, Одессы, одежды, концепции всего. Необходимо доказывать свою любовь поступками, свою честность поступками, да, слова — это прекрасно. Я где-то на секунду сравнил Одессу с Римом. Знаете, вот почему? Потому что вот Рим, не помню, 4 миллиона, да, и еще 16 приезжает отовсюду работать, учиться и так далее. И что-то вот мне так... Одесская область самая большая в мире, поэтому где-то вот, ну да, да, 250 километров, 300, не знаю, много-много очень. И вот центр — это центр, да. Город-спутник Суворовский или город Таирова — это вот все то, что рядом вот с центром, как по мне. Пускай те, кто живут на Таирове и на поселке Котовского, на меня не обижаются. Я сам жил на поселке Котовского, в этом ничего такого нет. Вот. Да, но центр теперь житель центра вещает, да. Нам. Я рекламирую центр. Здесь хорошо. Несмотря на то, что вот вода, свет, эти все дух, коммунальные услуги. Дух? Да, дух, это вот здесь хорошо, короче говоря. Мне нравится, когда 3 этажа, а не 20-33, вот, 100-500. Мне нравится, когда все это так вот очень уютно, уютно. Знаете, я вот, с вашего позволения, хочу рассказать одни строки, которые написал тоже один эмигрант, который много лет не жил здесь. Вот, и он сказал, что вы не сочтите за намек, но присмотритесь вы к Одессе. Тут молдаванка, как Нью-Йорк.
и как Лос-Анджелес, Пересыпь. За центр мы не говорим, но если рассмотреть поближе, тут Вена, Тель-Авив и Рим в тени каштановой Парижа. Чтоб я так жил, хочу сказать, куда до нас Копакабане? Тут можно в море полежать, а вечерком отмыться в бане. А как красив большой фонтан, такого вы не знали сроду. Там пляжи Ниццы, небо Канн, но есть еще и огороды, а взять привоз или толчок – за деньги все найти-то можно. И хоть акцент бросает в шок, но с этим и в Европе сложно. Вы по бульвару дайте крюк, и, наглядевшись на природу, вы вдруг увидите, что Дюк похож на статую свободы. Одесса юмором живет от Черноморки до Раздельной. И одесситов, как народ, считают нацией отдельной. И только скажешь «одессит», тебе уже не нужна реклама. И пусть Господь себя простит, что не рожден в Одессе маме. Браво. Да, все прекрасно. А как же им взял мигранты? Хороший вопрос. Вот стих запомнил, а фамилию потом посмотрю. Я думаю, это... По-моему, он даже не подписался. Насколько я знаю, этот человек даже не подписался. То есть, ну, скромность, знаете, должна быть скромной. Я надеюсь, что, возможно, автор нас смотрит. Вряд ли. Зараз пів Одеси будуть дзвонити і казати, це ж мої слова. Це ж я написав. Ну да. На самом деле очень все в яблочко. По мне тоже. Вот здесь вот просто вот все про наш город. Мы тут згадували композиції, написані про Одесу. Багато фільмів знімалося, знімається і буде зніматися в нашому місті. Якщо взяти один з-поміж там мільйоном, найулюбленіший фільм про Одесу. «Приключения электроника». Ну я не могу. Ну вот у меня всегда это. Я даже когда еду по Французскому бульвару, я всегда поворачиваюсь к тому. Ну, вот я отлюбила этот фильм в детстве, и для меня это просто... Вот я хожу ногами по тому месту, которое я видела в А я думаю, вы назовете інший фильм, враховуючи те, яке місце ви любите в Одесі. Ах, ну прямо... Ну, нет, у меня вот этот фильм. Ну, я и песни из этого фильма пела. Ну, это, ну, вот не знаю, фильм детства, и я могу его, по-моему, и сейчас с удовольствием пересматривать и пересматривать. Алексей. Я могу сказать, что у меня нет такого-то определенного фильма. Я многие фильмы видел, и сериалы очень достойные были вот про Одессу 17-го, 18-го, 20-го года. Вот. Когда-то давно мой папа служил в ансамбле «Песни и пляски», и был фильм «Соловей-разбойник». Так вот, весь свист, который в этом фильме, это вот мой отец свистел, потому что платили что-то там еще 10 рублей, или сколько он нам говорил. И вот он хорошо умел громко свистеть. Вот. И снимали же много фильмов, не только... Ну, в Одессе снимали, но не обязательно про Одессу, да, там какие-то кварталы брали, но якобы это было в других городах, там, в Питере и так далее. Просто похожие какие-то места брали, дворики и так далее. Є навіть голлівудські фільми, є епізоди, яких знімали в Одесі. Я вам більше скажу, от зараз ми просто в восторгі від ТВ-шоу, це у нас «Бумажний дом», да? І там от там, діти були у чоловіка, і він говорить, от одна з моїх дочок в Одесі живе. Где? Да, то есть вот даже в таких реально мировых каких-то культовых картинах, сериалах. Даже у некоторых сериала. Звезд Голливуда есть корни Одессы. Да, конечно, у Ван Дамма, конечно, конечно. Мне почему-то кажется, что если есть украинские корни, то они однозначно из Одессы. Я не уверена. Это, наверное, какой-то... Ну вот, давайте вспомним. У многих одесситы. Ну так, наверное, это просто в крови у нас такой дух авантюризма, значит... Предки уезжали, да, они в поисках чего-то более интересного, то вот вам и получается, что корни-то одесские, а звезды голливудские. Я взагалі думаю, что все люди у світі трохи одесити, мають певне коріння з Одеси. Ну, если у них есть дух авантюризма, юмор, да, гостеприимство, то 100% надо искать одесские корни. Ну, не знаю. Одесса — это Одесса, знаете. Вот есть все остальные города, а есть Одесса. Я в свое время тоже вот во всех крупных почти городах мира был. И вот где там с ребятами, ты откуда? Я там, я с Одессы, а ты? А парень из Белгород-Днестровска говорит, я тоже с Одессы. Давно? Давно? То есть Одессу знают, а как бы все, что вокруг, это тяжело воспринимать. Хотя есть города и постарше, да? И постарше, и вести 26. Харкова, про чем згадала 700, здається, с гаком, так? Я не помиляюсь. Ну да.
А в возрасте Одессы тоже сегодня спорят, момент, да. И ученые убедительно доказывают, что город гораздо старше и может потягаться в своем возрасте не только с Харьковом. А поэтому здесь как бы спорный вопрос, но оставим это там для истории. Да? В любом случае поселение на месте Одессы как таковое было гораздо раньше. Безусловно. Поэтому у нас здесь намешано столько, мне кажется, и наций, и столько историй в одном городе, переплетений, судеб и каких-то событий, которые, наверное, легли в основу нашего города. Да. Ну и, конечно же, вот я уверен, что сегодня уже раньше звучало, и я с удовольствием скажу еще раз, что всем людям, которые вот вложили душу в этот город, да, мы в этот день города мы хотим сказать спасибо, потому что, ну, это видно до сих пор, спустя много-много лет, до Ришелье, Воронцов и так далее, да, то есть все-все графы, которые там приехали из других стран и здесь основали Одессу. Ну, нам здесь хорошо, по-прежнему. Да, Одесса отличается абсолютно. И очень приятно, что за короткий промежуток времени люди, приехавшие жить в Одессу, начинают считать Одессу своим домом и успокаиваются, и начинают радоваться жизни, ловить наш морской воздух, получать новое здоровье, новую порцию здоровья. И это очень важно. И пусть все так и остается. Пусть у нас будет море, пусть у нас будет хорошая погода, хорошее настроение, у нас будет оптимизм, надежда, да, у нас не покидает. Это очень важно, чтобы все эти факторы оставались с нами. Тут без оптимизма нікуди. І тут можна вітати і всю Одеську область, по суті. Ну, ми ж їх серце всієї області. Тому праздник, виходить, сьогодні має бути всієї області. І знаєте, ми тут згадували карантин. Я цього року не зміг поїхати за кордон, але відпустку я свою провів в Одеській області. Угу. Вона прекрасна. Я всім раджу подорожувати Одеською області. Наверное, вы где-нибудь еще и далеко поехали. Вилково далеченько. Да, у нас очень красивые места и в области есть. И на самом деле это, опять же, возвращаюсь, наверное, самое часто употребляемое сегодня слово, это колорит. И пусть это не хай-тек, это не очень современно, но это колоритно, это вкусно, да? Вот опять же, вкусно. Вилково очень вкусно. Я точно знаю, что они готовят. Очень вкусно. Так. Ну и, кстати, развилось огромное количество гастрономических трендов, которые из Одессы. И устраивают именно туристические маршруты по гастрономическим каким-то уголкам нашей Одесской области. Вот, кстати, чем можно привлечь гостей в Одессу? Сейчас скажу. Вот в городе Коростень есть фестиваль дерунов. Драников, как еще? Картофельники. Ну, драники, да, деруны. Вот в Одессе можно было бы тоже какой-нибудь фестиваль. Фаршмака. Беточками из тюльки. Фаршмака. Кстати, беточки-то из тюльки, оказывается, сколько вариантов их? Это же просто невероятно. Так реально, это классно, круто. Каждая одесситка рассказывает свой рецепт. Кто-то говорит, нужно делать филе. Кто-то говорит, обязательно нужно оставить хребет. Ну и это же вкус меняет. Кто-то говорит, добавьте укропчик. Кто-то говорит, добавьте ложечку кукурузной муки. В общем, фестиваль біточків із тюлечки, мені кажеться, був би... У Німеччині є знаменити на весь світ Октоберфест. Да. В Одесі можна зробити Форшмакфест. Я вам скажу, що коли в цьому році відмінили Октоберфест, це ще весною прийшла ця інформація, це було сприйнято як, о, це фіаско. От в той момент было сразу вот такое внутреннее ощущение, что все плохо, все затянулось. То есть отмена Октоберфест — это вот действительно серьезно. Не все остальное, а вот ого, ну тогда понятно. Тогда расслабляемся и дышим. Сразу стало понятно, насколько все серьезно. Да. А что бы вы пожелали нашему городу? Здоровья. Сейчас очень актуальный момент. Здоровья, здравомыслие. Сейчас это тоже очень важный момент — сохранять здравые мысли, беречь каждый свое сознание, быть оптимистом, мечтать. Каждому жителю города нужно мечтать. Пусть это будут сокровенные мечты, но их нужно формировать и верить. А я бы пожелал не городу, я бы пожелал одесситам, да, чтобы...
чтобы ваша зарплата никогда не напоминала сдачу. Были счастливы при первой возможности, чтобы вы радовались и находили положительные моменты каждый день, чтобы вы любили своих близких, чтобы вы любили свой город. И тогда наш город будет по-настоящему красивым и приятным для всех, кто сюда приезжает и приедет еще много-много раз. Мы всех ждем, всем рады. Я думаю, сегодняшний эфир можно на цитаты разбирать. Да. Багато було цікавих речей сьогодні сказано. Ми вам дякуємо, що завітали. Спасибо, що пригласили. Досить позитивний видався ефір, але сьогодні ніяк. Сьогодні говоримо лише на хороші речі. Говоримо, як можна змінити Одесу ще на краще. Тут згадували фестиваль, ну це прекрасна ідея. Кожен місяць зробити відоме на весь світ фестиваль. Безусловно, чем больше фестивалей, тем больше это привлекает туристов, тем больше это говорит, заставляет говорить о нашем городе. Да, так это работает. И как раз на самом конец этой информационной годины есть у нас звонок глядача чи глядачки. Мы вас вітаємо. Здравствуйте. Я хочу сказать, что у нас когда-то была очень хорошая традиция. У нас проводились в Одессе Дни порожденных городов. А одесская делегация часто ездила в города побратимы. Но вот во времена моей молодости мне очень запомнились дни Генуи, когда на морском вокзале итальянские повара готовили кухню национальную, итальянскую, именно то, что в Генуе готовится. А в филармонии была демонстрация генуэзских мод, итальянские манекенщицы демонстрировали, а потом рок-группа была, выступали. Ну и в магазинах продавались итальянские изделия, вина итальянские. Я помню, в центре города стояли на манекенах образцы пошивочных мастерских Генуи, потом, когда эти дни закончились, все это пустили в продажу. Или вот, например, у нас проводился Дни Братислава. Я помню, на Дерибасовской когда-то был ресторан, он назывался «Братислава», и туда приезжали повара из Братиславы, вот, и готовили свои национальные блюда. Сейчас у нас ничего не проводится. Я вот только не могу понять, зачем у нас еще при Костасеве, когда он был мэром, стали проводить не Львова. Пускай жители Львова себе найдут какой-то город, побратаются, и проводят там свои дни. Вот он нам не побратим, понимаете? Он и так уже этот Львов надоел всей Украине. Спасибо, вот что я хотел сказать. Спасибо за ваш дзвіночок. Не будемо коментувати, на жаль, вже немає часу. Спасибі за те, що зателефонували. І вам ще раз дякуємо. Я нагадаю, що Анна Позднякова сьогодні на одну годину забула про те, що вона є очільницею великого комунального підприємства теплопостачання міста Одеса, стала співведучою 7-го каналу. От меня огромное спасибо и вам, Евгений, за то, что составили мне пару, и 7-му каналу за столь приятный опыт. Это впервые в моей жизни. Надеюсь, что нашим телезрителям было действительно интересно. А гостям спасибо за то, что провели с нами сегодняшний час. Если... Опишите свою жизнь в двух словах. Было все. Після цього ефіру не зміните професію? Ведучі не підете? Ну, послушайте, хтось же должен дарити тепло одеситам. Не добавиш, не убавиш. Так, я дуже дякую вам, Аня, за те, що ви попрацювали сьогодні зі мною. Зазвичай ми сидимо один навпроти одного. Я намагаюся задавати якісь провокаційні питання. Сьогодні все ж таки... Жодних провокаційних питань, сьогодні лише позитивні моменти. Так, я нагадую, що о 7-й ранку ще розпочався наш великий марафон, присвячений дню народження міста. Працювати будемо до 22-ї години. Нагадаю, що основна родзинка з цього марафону, я впевнений, ще ніхто такого не робив в Одесі, це те, що співведучими ведучих, вибачте за тавтологію, 7-го каналу є відомі в Одесі люди. Я не буду розкривати таємниці, кого ви побачите ще сьогодні впродовж марафону. Тому раджу залишатися вдома і не перемикати головну телевізійну кнопку Одеської області. Для вас працювали Євген Салтан і Анна Познякова. Наші гості Олексій Рябоволик та Олена Зуєва. Спасибі вам. Вже буквально за декілька хвилин у цій студії нові ведучі.